Столица республики готовится к очередным публичным слушаниям. На этот раз на суд общественности будет вынесен проект правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа. Рассмотрению подлежит проект правил землепользования и застройки. Это, считают специалисты, поможет развивать городские территории. Они предлагают формировать городские зоны таким образом, чтобы в последующем не было необходимости вносить изменения, за исключением редких случаев. Постановление и подробные карты городского зонирования есть на сайте города Чебоксары. Правила землепользования и застройки – это один из трех документов, основных документов градорегулирования для любого города, для любого поселения. В состав этих трех документов входят генплан, генеральный план, дальше правила землепользования и застройки и нормативы градостроительного проектирования. Генплан мы уже откорректировали, приняли, утвердили и ввели в действие в прошлом году, в конце прошлого года. Правила землепользования и застройки мы намерены пройти все необходимые процедуры и утвердить, ввести в действие в конце этого года, а со следующего года начать корректировать нормативы градостроительного проектирования. Там есть тоже свои проблемы. Нам необходимо их привести в удобный для использования вид. Сейчас эти нормативы представляют из себя 500-страничный документ. Мы хотим сделать где-нибудь страниц 50. Оставить только то, что необходимо для регулирования развития города. С предложениями и замечаниями по проекту правил землепользования и застройки можно письменно обратиться в комиссию по подготовке проекта. Татьяна Белова, Олег Якимов, Республика.